декабря. Золушка! Да иду, иду! Да здесь я уже, что хотели, матушка. Золушка, ты помнишь, что сегодня 31 декабря? Да ладно. Так вот, не забудь сделать подарки мне и своим сестрам. Да-да, и про меня не забудь. Мне что-нибудь такое красивенькое, нарядненькое. И про меня не забудь. Мне что-нибудь такое сладенькое. Ну, а батюшка обойдется. Хорошо будет сделано. Ну и батюшку я тоже не обижу. В первую очередь батюшке я подарю мыло и полотенце, но не обычные, а в виде медведя с деньгами. Сначала предлагаю сделать мыло в виде мешка денег. Мне понадобится формочка, прозрачная мыльная основа, красители, блестки, отдушка и спирт. В растопленную прозрачную мыльную основу добавляем красный краситель, блестки и отдушку. Форму сбрызгиваем спиртом и заливаем тесьму и доллар. Лишнее стираем зубочисткой, корябаем и сбрызгиваем спиртом. В растопленную мыльную основу добавляем зеленый краситель, отдушку и блестки. Аккуратно заливаем весь мешок и оставляем застывать. После застывания достаем из формы, и наше мыло готово. Теперь сделаем медведя из полотенца. Заворачиваем 1/3 полотенца и закручиваем полотенце с двух сторон до середины. Перекручиваем полотенце и из более тонкой стороны делаем голову медведю. Закрепляем резиночкой. Где полотенце сложено вдвое, эта часть будет ноги. Резиночками выделяем уши медведю, закрепляем ноги и повязываем бант на шею. Подарок батюшке готов. Ох, матушка, подарю-ка я ей красивые фужеры. Космические фужеры станут отличным подарком к Новому году. Мне понадобятся фужеры, акриловая краска синего, фиолетового и черного цвета, точечный контур и скотч. Поверху фужера приклеиваем скотч, чтобы краску не задевать губами. Пончиком или губкой в отдельных местах наносим синюю и фиолетовую краски, а между ними закрашиваем черный. При этом делаем плавные переходы. Теперь точечным контуром или белой акриловой краской рисуем звездочки и множество точек, имитируя мелкие звезды. Убираем скотч, и наши фужеры готовы. Первая сестрица такая выбражуля!
Поэтому я решила подарить ей классные браслеты с блестками и жидкостью внутри. Для этого я взяла старую трубочку от ингалятора и отрезала 20 сантиметров. Один конец трубочки я подняла вверх, а во второй засыпала блестки и пипеткой налила немного воды. Большой кусочек бумаги я скатала трубочкой и вклеила в один конец трубочки, а затем приклеила в другой конец трубочки. Стык заклеила красивой лентой. По аналогии я сделала еще два браслета. А вторая сестрица такая сладкоежка. Подарить я ей решила шар из чупа-чупсов. Идею эту я увидела в интернете. Берем оазис, у меня остался от букета цветов. Подрезаем и закругляем края. Теперь вставляем чупа-чупсы. Мне эта идея не понравилась. Оазис очень хрупкий, и на елку такой шар не повесить. Лучше взять пенопластовый шар и обклеить его конфетами. Золушка, ну что у нас там с подарками? Подарки готовы, можете оценить. Какая вкуснота! Очень даже не дурно. Уж можно и на новогоднюю ночь отправляться к королю. А я тоже еду. Ну, если только найдешь в чем поехать, то пожалуйста, я сегодня добрая. Все понятно. Что случилось, дитя мое? Сегодня 31 декабря, новогодняя ночь во дворце, а мне даже поехать не в чем. Ну, это не беда, я тебе помогу. На что мне волшебная палочка? Разве можно с этим сделать что-то красивое? Ошибочка. Ну вот, другое дело. Спасибо большое. Теперь можно отправляться на бал. Вам понравилось видео в таком формате? Тогда напишите мне об этом в комментариях, а также поставьте пальчик вверх и подпишитесь на мой канал. А с вами была Золушка. Всем пока-пока!